Уважаемые коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Николаевич Игнашевич. Сергей Николаевич, давайте начнем с вашего комментария по сегодняшней игре. С победой вас. Спасибо. Поздравляю наших болельщиков с победой. Поздравляю ребят с победой. Хорошая, тяжелая победа. Отличная командная работа. И я считаю, ребята заслужили своей игрой. Как в первом, так и в втором тайме эту победу. Коллеги, ваши вопросы? Евгений Горд, Метарейтинг. Сергей Николаевич, ощущение возникло, что во втором тайме «Балтика» стала играть так, как «Крылья» играли в первом в атаке. Это показалось или действительно такие коррективы были внесены? То есть с проникающими передачами, там ближе через центр? Не знаю, как «Крылья» в первом тайме играли. Сделали замены плановые во втором тайме. Освежили игру, потому что тяжелый матч был у нас 2 дня назад в Сочи. И очень рад за ребят, которые вышли в старте, очень рад за ребят, которые вышли на замену, которые нас усилили и позволили нам перевернуть сложную игру. И еще раз поздравляю ребят с волевой победой, с хорошей командной работой, в первую очередь. Будут ли еще вопросы? Сергей Николаевич, один буквально вопрос от пресс-службы нашего клуба. В перерыве замена ситуативная или плановая? Замены. Сегодня все замены, кроме пятой, плановые. Если вопросов больше нет, всем спасибо.